Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Впереди веселенькая посадочка. Мы подходим к нашему аэродрому, а он, как вы видите, закрыт туманом. Ну, понятно, что закрыт туманом он не сильно. И так все, в принципе, прекрасно видно. Но представляете, что было бы, если бы он был закрыт? Очень красивый вид, конечно. Это был утренний тест пипистреля на высотность. Мы взлетели с батарейкой 96% и набрали, к сожалению, всего лишь 1 километр высоты над аэродромом. 95%, даже не 96%. Как мы не заряжали наш пипистрель, больше он не зарядился, хоть и батарейка отремонтирована. Посмотрите, в какую красоту мы взлетаем. Имейте в виду, так взлетать нельзя и так летать нельзя. Это исключительно из-за знания аэрологии этой местности, что я примерно знаю, как туман расположен, и я знаю, что вот там внизу на полях его нет, если что, можно было приземлиться. Но вид, конечно, заслуживающий внимания. Наверху ветер отсутствует, поэтому мы рассчитывали на ветер. Моя ручка сейчас. И, к сожалению, выпалить мы не смогли. Поэтому приходится заходить на посадку. Но зато, видите, какое красивое, доброе утро. Над городком Лоботи-Монсильон, так сказать, люди спят там, стелится туман. Безумно, конечно, красиво. И надо безумно аккуратно зайти на посадку. Сложностей с посадкой, в принципе, больших нет. Я буду такой красивый делать энергичный заход, потому что в данной конкретной ситуации он будет оптимален. Что такое сейчас шумит? Шумят шайсы, я их выпустил заранее. Уж как вы помните, люди делятся на тех, кто уже приземлялся без шайсы, кому-то еще предстоит. А я уже приземлялся и даже не один раз. Так, ну что ж, я сейчас передам камеру моему коллеге, и он будет запечатлять наш феерический проход через вот эти вот облака все. Хотя что, я сейчас еще я могу порулить. Так, что важно, закрылок переставить положение на Т, потом переставлю на лендинг, проверка шасси, рация у нас работает, сейчас доложу посадку, видите, аэродром готовится к полетам, никто еще не летит, но, по крайней мере, расчехляются все. Так мы видим, что на заходе от карьера практически будет прямая, свободная от тумана, поэтому туманчик мы встретим, не встретим нигде. Да он, в общем-то, низенький и, в принципе, такой облезлый, что ли. Просматривается через него прекрасная земля. А хотя мой учитель Клаус Ольман, умничка, он рассказывал мне как-то, что говорит, Игорь, взлетаю я так, в такой туман, мне кажется, что тумана нет. А на самом деле туман есть и сильный. И, кстати, можно... Да, и мой Клаус взял и... Взлетел в такой туман, а потом перестал видеть землю. Говорит, я вроде как опытный конь, огромное количество часов налета, и вот так вот как мальчишка попался, и думаю, что вот неужели я так глупо жизнь кончил. Так что даже видите, 30 тысяч часов налета, пальцы только несу в кадр. Лучше вот с эту сторону возьмусь, здесь я иди, выберу, за это пройду. Параллельно ученика учу, так сказать, снимать видео. Ультрацепторы на крыле, что они выпущены. Как мы сейчас красиво войдем в лохмотья тумана. Да, так фееричненько, я еще так не заходил на посадку. Но, смотрите, друзья, это, конечно, шедевр. Это, конечно, просто бомба, а не видео. Даже, смотрите, нам придется проскочить через какой-то туманную щель. Кстати, неприятно будет, потому что можно будет не видеть земли. Так, ну, я уже стабилизировал заход, поэтому даже если мы коснемся,
в этой туманной щели ничего не будет. Медленно лечу, 90 км в час, начинаю гасить скорость. Сейчас мы будем очень сильно прыгать, друзья, потому что пипистрель штука очень прыгучая. Видите, он прыгнул. О, как он прыгает. Это уже не козлы, не козел называется, а это проблема пипистреля. Дальше вот так вот. Я даже на пробеге учу снимать видео. Вот это что было, это шевеление заднего колеса. Тоже беда пипистреля нашего, ну не нашего, а самой конструкции. Колесо пытается вибрировать и издает противный звук нехороший, который мне не нравится. Сзади находится наш винт, который сейчас выходит. Мы пафосно заедем сейчас в ангар на электротяге. Пяу. Даю газку. Почему я не подъехал, как обычно, накатом? Ну, потому что на пипистреле тяжело это делать. Приходится слишком на высокой скорости скакать, а ему это не нравится. Поэтому я решаю, что раз есть такая удобная электротяга, можно и доехать на ней. Ну что ж, вот такой вот ролик. Увы, батарея пипистреля отремонтирована, но ну, как бы постепенно теряет емкость. Медленнее, чем в прошлый раз. Балансировать пытаюсь ее там... Ну, то есть, делал все тесты, чтобы понять, будет эта штука работать или нет. Со старой батареей, скорее всего, нет. Хоть уже в нее вложена куча денег в его ремонт. Но, по крайней мере, еще летать какое-то время можно. Постепенно будет емкость падать. А там, глядишь, и новые батареи подойдут или свою сделаем. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Эгегей.